После фильма «Жестокий романс» Ларису Гузееву заслуженно стали называть самой красивой женщиной советского кино. Сейчас звезда программы «Давай поженимся» пытается вернуть былую форму. К процессу похудения телеведущая подошла серьезно и обратилась к специалистам. «Я больше никогда без рекомендации врача не буду приводить себя в порядок. 10 килограммов сбрасываешь, 20 набираешь со скоростью света», — отметила Гузеева. Она также рассказала, что решилась на курс омолаживающих процедур в Алуште. «Поставили капельницу, чтобы я была молодой и красивой», — рассказала звезда. Однако желание телеведущей сохранить красоту и свежесть не оценила Лена Мира. «Зачем в 60 лет омолаживаться, я искренне не понимаю. Напомню, всю жизнь Гузеева считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами. Богема, в общем-то, Лус-Латрек, правда, с небольшой поправкой на совдеповские реалии», — раскритиковала актрису-блогер. По мнению блогера, телеведущая взяла пример у коллеги по программе Розы Сибитовой, которая сделала липосакции Ю и подтяжку лица. Лена Мира считает, что смешно думать о красоте, когда уже есть внуки. «Это такой чудесный возраст, в котором есть куча дел: смотреть телевизор, лузгать сёмки на лавочке, кричать молодым девчонкам вслед, что они проститутки, и вообще много всего, хоть бы сходить в театр или купить курсовку в санатории-профилактории», — пишет блогер. Мира предположила, что актриса находится в клинике не для укрепления здоровья, а чтобы стать привлекательнее для мужчин. «Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и секс начинается только после 60-ти. Спрашивает подписчиков блогер. Пока Лариса Гузеева не комментирует высказывание Мира, зато пользователи поспешили защитить звезду в комментариях. «Да какая всем разница, что Гузеева хочет себе зашить или пришить? Она огонь отжигает так, что вам, Лена, не снилось, вы тоже будете старая». Старая и одинокая, Гузеева медийная женщина, ей по статусу положено держать себя в форме, отметили подписчики.